начинаем трансляцию чемпионата по лыжным гонкам. Фух, успел. Извините, срочное сообщение. Ведущий гонщик нашей страны Боб Йоркшир не сможет участвовать в соревнованиях из-за болезни. Какой еще болезни? Обыкновенная простуда вывела из строя знаменитого спортсмена. Но невзирая на столь печальное событие, соревнования все же состоятся. Ну вот, теперь смотреть неинтересно. А вдруг я заболею, а? Но если из-за Йоркшира забег не отменили, то твоего отсутствия на чемпионате уж точно никто не заметит. Так что болей на здоровье. Еще и издеваются. Меня, между прочим, от школы выдвинули на городские соревнования. И я, между прочим, главный претендент на победу. Представляете, из-за какой-то простуды упустить кубок. А ты, дружок, и не упустишь. Если хочешь быть здоров, закаляйся. Если хочешь быть здоров, обливайся. Держи, азбука здоровья. Точно! Теперь кубок мой! Подъем! Гена! Дружок, пора вставать! Дружок! Дружок! Дружочек! Дружок! Помогите! Скорее сюда! Ничего спать не даешь! Дружок? Дружочек! Братик ты мой миленький! Что тут происходит, а? Спать с открытым окном – первый принцип закаливания, невзирая на погодные условия. Первый принцип – это постепенность. Полумеры не для меня. Если закаляться, то закаляться. Останавливаться на достигнутом. Ах, еще раз, народ славный, поддай горячего. Дружок, что ты тут устроил? А, баню. А, хорошо. Немножко не хватило закалиться. Дружок! Ура, дружок! Городские соревнования отменили! Ты успеешь вылечиться и закалиться! Да, только постепенно. Назад, назад, назад! Кто же голы будет забивать? Отдавай передачу, не передерживай! Ну, ну! Дружок, ты че так грустишь?
Малыш, не мешай! Не видишь, я болею! Болеешь? Ага! Пошли со мной! Вдвоем, веселее! Нет, я болеть не хочу! Да ты попробуй! Знаешь, сколько эмоций получишь! Ну ладно, попробую! Я за красных болею, а ты за кого? Я за синеньких, у них форма круче. Зато красные лучше играют. Ура! Синий забили! Вот и болей за своих синих. Красные, как обычно, проиграли. А я принесу плед и градусник. Смерим температуру. Лежишь? Лежи. Так, сейчас накрой. И температуру смерим. А может быть, и укольчик сделаем. Укольчик? Нет, не надо укольчик. Если температура высокая, без укола никуда. Теперь ждем. Подождали. Температуры нет. Ген, ну а чего там? Подводя итоги общего анализа, можно сказать, что у малыша не наблюдается температуры, покраснения горла, слизисто-тянучих выделений из носа и высыпаний, характерных для простудных заболеваний. И что это значит? А это значит, что у него редкое заболевание, которое в последний раз было зафиксировано аж 2000 лет назад. Правда, не у людей, а у динозавров. Может быть, укол сделать? А? Нет, укол здесь не поможет. А что поможет? Нужно изготовить специальный антидот. Только так он сможет поправиться. Ага. Изготовим. Лиза, огурец. Три лавровых листа. Чеснок. Яйцо. Кожура мандарина. Рыбий жир.
сушеной кукурузы. И молоко. Теперь все нужно тщательно перемешать. Переливаем. И теперь даем больному. Одного глотка будет достаточно. О, нет, я думаю, нужно дать два. От двух может быть побочный эффект. О, какой еще побочный эффект? Ничего такого я не слышала. Лиза, с этим шутить нельзя. Может быть осложнение. Да и никто и не шутит. Дадим два глоточка и все. Весело у вас тут. Че делаете? Дружок, не мешай. Мы малыша лечим. А что он, заболел? Ну да, заболел. Ты же сам сказал. Эх, Лизка, я имел в виду, что он за футбольную команду болеет. Ну вы и даете. Здорово, учитель.